сальто назад, подводящее упражнение, кувырок назад, прыжок с махом рук вверх, группировка. Типичные ошибки – это слабый прыжок на сальто, отсутствие группировки, слабый мах руками. Так же, как и в сальто вперед, подбородок должен быть прижат к груди. Имейте в виду, что при выполнении любого акробатического элемента необходимо обеспечить себе надежную страховку –